Больше возможностей для ведения бизнеса. Центр поддержки предпринимательства в Ненецком округе предлагает эффективные виды финансовой поддержки для действующих и начинающих бизнесменов. Микрозаймы, поручительства и кредиты по льготным ставкам. Одно из последних нововведений – кредитование по программе 6,5. Открыть мини-ферму, сельскую пекарню или заняться строительством домов. Предприниматели, которые ведут деятельность в приоритетных для Ненецкого округа сферах, могут рассчитывать на финансовую помощь от Фонда поддержки предпринимательства Ненецкого округа и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Эту организацию недавно представили в регионе. Она помогает бизнесменам в части предоставления гарантий, выдачи поручительств и кредитования, в частности по программе 6,5. Банк России выдает уполномоченным банкам кредит под 6,5% годовых. Откуда и пошло это название 6,5%? Под поручительство корпорации МСП. В свою очередь, уполномоченные банки имеют возможность выдать субъекту малого и среднего предпринимательства кредиты под льготную ставку. Максимальная ставка кредитования для субъектов малого предпринимательства составляет до 10,6% годовых. Для среднего бизнеса эта ставка составляет 9,6% годовых. Программа 6,5 разработана корпорацией совместно с Минэкономразвития и Банком России. Она действует для предпринимателей, ведущих деятельность в приоритетных отраслях экономики – сельское хозяйство, обрабатывающее производство, туризм, транспорт и связь, сбор, обработка и утилизация мусора. Размер кредита от 5 миллионов рублей, срок льготного кредитования до 3 лет. Получить кредит можно в одном из 4 банков, представленных на территории округа. Мы предлагаем обращаться в Центр развития бизнеса, где мы можем проконсультировать, как и что, направить, то есть озвучить, какие уполномоченные банки на территории округа, то есть конкретным, например, там людям отправить, и, соответственно, чтобы ввести уже клиента. Кредиты корпорации целевые. Заемные средства можно направить на приобретение основных средств, модернизацию производства, запуск новых проектов, а также пополнение оборотных средств. По всем вопросам льготного кредитования обращаться в Фонд поддержки предпринимательства Ненецкого округа. Валентина Чибичек, Антон Выдряков, телеканал «Север».